Работа семинара началась у самого старожитного места города – Мазырским замку. Некогда тут жила шляхта, а по святах играли оркестры. Сегодня ту атмосферу попробовали отродить знову. Але интерес удельников семинара до Мазырского замка выкликаны не только цікавостью до истории. Это не просто музей, а приклад рационального выкрасания земли, якая находилась у Занепаде. До середины 2000-х, когда это место была пустеча, теперь замок – популярное место у мазыран туристов. Тема добропорядкування сегодня увогуле серед приоритетных. Подчас семинару делом керовников советов депутатов разных узровнев, размова об шляхах реализации указа президента об пустующих и старых домах. Еще одна актуальная проблема – были будинки социальной сферы, которые не выкористовываются, сельские клубы, библиотеки, крамы. Сегодня их не можно продать, навык по минимальной цене. Мы пришли к выводу такому, что их уже необходимо сносить. Особенно там, где они расположены близко к полям, к сельскохозяйственным землям. Для того, чтобы их снести, захоронить и эти земли отдать в сельскохозяйственный оборот. Мы сегодня разрабатываем в Гомельской области такой перечень объектов наиболее крупных и наиболее сложных, которые сносу, для того, чтобы искать для них финансирование. Непосредственно у Мазырском районе значная частка таких будинков снесена, те утягнута в оборот с допомогой местных сельскохозяйственных предприятий, размещенные в районе субъекта господарения, увогуле оказывать значную допомогу у наведения порядка в населенных пунктах. Причем справа не обмежевывается одним накерунком. За кошт совхозокомбината «Зара» у агрогородку Рудня побудована православная церква. Местовый лесгаз вырабатывает скульптурные композиции. В этом году тут навод новую посаду увели, резчика по древе. У районном совете депутатов лечить, что час саморобных композиций из полиэтиленовых бутылек и клумбу с автомобильных шин прошел, тем больше, что они еще и погоршают экологию. Мы больше сейчас делаем упор на металлические, которые более современные, более усовершенствованные, которые требуют меньше ухода. То есть принцип таков, что меньше, больше потратился сегодня, но получил эффект экономический в будущем. Удельники областного семинара переконаны, для того, как заниматься добропорядкованием эффективно, необходимо налаживать больше тесное сотрудничество помеж советами разных узровнев, что у речи дозволит достигать основной меты органу выконавчей и распорядчей влады – повышение узровню життя мясового населения. Еще, так скажем, 10 лет назад, для того, чтобы наше сельское население, молодежь наша, не уехала в город, неважно, это будет Мозырь, Калинкович, Гомель или Минск, а остались на месте работы. Для этого были созданы условия на территории наших сельских населенных пунктов. Мы, благодаря устойчивой работе сельскохозяйственных организаций, начали строить не только дома усадебного типа, но и многоквартирные жилые дома, что для молодежи очень комфортно и удобно. Мы не закрыли ни одну школу за этот период времени на селе. То есть для того, чтобы был и детский сад, и школа, достойные условия, ну и, конечно, достойную заработную плату. Поэтому благодаря вот этой тенденции, если 5 лет назад у нас сельское население было чуть больше 19 тысяч, то на сегодняшний день это 20 800 человек проживает у нас на селе. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.